Так, чё? Стоп%. Ну давай шейдеры, что ты на 100% шейдеры висят. О! Dishonored Running! Running! Dishonored Running! Давай, рунинг. Так, хорошо. Dishonored рунинг. Опа. А у меня компот. 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 Новые загружаемые материалы в меню задания. Yes, Brigamore Witches. Ебой. О, мы опять за Дауда играем? Я думал, мы будем играть за Brigamore Witches. Обнаружено сохранение в дополнении The Knife of Dunwall. Игра. Вы можете продолжить его в дополнение Brigamore Witches, чтобы использовать полученный ранее. Да, высокий уровень хаоса, погнали. Вы решили продолжить игру высокий уровень хаоса с дополнения Dunwall. Все правильно? Да. Прекрасно. О! Ну давайте на Assassin Master играть тогда уж. Так, сейчас. Тревожный сон. Вы потеряли покой с того самого дня, когда убили императрицу Джессамину Колдуин и, помогли похитить ее дочь Эмили. Он знал. Ублюдок с черными глазами прекрасно знал, что, когда я пронзил клинком сердце императрицы и передал дочь людям лорда регента, все полетело в бездну. Почему? To fall to pieces? Нет, он все развалится, но лишь следил за мной. А теперь мир сошел с ума. Почему все полетело в бездну, дурак? Чума разъедает город. Процветают чудовищные пороки. Безумный убийца бродит по ночным улицам, мечтая о мести. Смотрители ворвались в мое убежище в затопленном квартале. А я веду странную дуэль за судьбу империи с безумной ведьмой по имени Далайла. Я бы сказал, что это моя кара. Не будь убежден, что этот мир не карает нечестивцев. Мы сами делаем выборы, пожинаем плоды. Остальное не имеет значения. Я знаю, на что иду. После того, как я убил императрицу, прошло несколько месяцев, но я до сих пор слышу, как она кричала, пытаясь защитить свою дочь Эмили. Вижу, как меняется выражение лица Корва. Я слышу хохот чужого в своей голове. Пришел забрать должок? А ты не думал, что проиграл заслуженное? Что кто-то сильнее тебя убил императрицу, пока ты считал ворон? What? А, давай, Корве. Докажи, что я ошибаюсь. Ух ты.
Окей, ладно. Еще раз, да, видимо? Тяжело дышит, хрипит. Это сон был еще? Что? Проклятие. Господин, Томас добыл сведения, о которых ты просил. Вы. Он ждет внизу. Примечательные порты. Все прекрасно. А я не докачался, а я там собрал руны, не заюзал их, потому что я... Ой, бля, я не то сделал. А чё они местами заменены? Что происходит? Не то наверху, неправильно все. А, руна внизу, да? Все заново, да, появилось? Это после нападения Корва, что ли? Что здесь такое? Притягивание. О, вот этого не было у нас. На расстоянии притянуть неодушевленный предмет, предмет сразу применяется или складируется. На первом уровне можно на расстоянии притянуть неодушевленный предмет с помощью ЛТ. К таким предметам относятся деньги, боеприпасы, ключи, а также бутылки и баки с ворованием. На втором уровне можно притягивать живых существ и мертвые тела. Это потребует несколько больше маны, чем притягивание одушевленных объектов. Если притянуть противников, они будут беспомощно висеть в воздухе, вы сможете добить или задушить их. Вы будете автоматически нести мертвых и лишенных сознания людей. Замечательно. Это физическая мистерия. Собирающие чертежи. Хорошо, собираем. Томас вернулся с разведки. Поговори с ним. Тра-ля-ля. Я нашел Лиззи Страйд, но арендовать ее корабль будет нелегко, она в Колдридже. Насколько я понял, улик против нее достаточно, чтобы продержать ее там 1000 лет. Отлично. У Лиззи немало врагов в Колдридже. Если сделаем все правильно, она будет умолять нас о сотрудничестве. Ты готов отправиться, господин? Или мне подождать здесь? Ты готов, господин? Подожди, остаться на базе Дауны. Сейчас, тут... Подожди, отправиться. Тут видишь, амулет, костяные руны. Надо собрать это все. Начнем через минуту. Да, вот ты как всегда на чеку. Скоро мы отправимся в Бригмар. Что, страшно? Впереди ведьмы. В наших рядах предателя. Сейчас, амулеты. О! Все собранные амулеты на месте, да? О, метеор интересный. И еще один какой-нибудь, да? Даут только что, собственно, ученицу убил. Ага. На которой тебе нет никакого дела. Окей. Оскверненные костяные амулеты — это особо усиленные костяные амулеты. Ищите их, как обычный костяный амулет, слушая их пение. Если вы используете взгляд бездны, чтобы надеть, выберите... Новое что-то, да? А где они? Ага, ломающие это плюсы. Болты, выпущенные из мини-арбалета, наносят гораздо больше урона. Минусы при попадании во врага болты почти всегда ломаются. Ну нахер такое надо? Ты все правильно сделал, господин. Ведьма заслужила смерть. Тебе в жизни не достичь ее уровня. Подожди, какой... Стой. Так. Все? Кончились костяные амулеты? И руны тоже кончились? Я что-то забыл, сколько их собрал. А, один из... Все нормально. Тут нечего больше, да, смотреть? Может, только поболтать с ним. Почему Даут не убил Эбигейл Эймс на бойне? Я бы не оставил ее. Я тебя убью сейчас. Она слишком много знает.
Это оправданный риск. Эймс заинтересован в том, чтобы Даут молчал, так же, когда он заинтересован в молчании Эймс, ля-ля-ля-ля-ля. Так, все, тут, значит, все двери заделаны, да? Окей, ну давай, поедем. Пора идти, господин. Отправиться. Все собрали, кроме денег. Так, сейчас. Ну, давайте посмотрим начало. Делайла не покидает особняк Бригмара. Нет нужды. Значит, я должен прийти к ней. Особняк находится выше по реке, глубоко за границей карантина. Мне понадобится корабль. Мне известен преступный мир Данвола. Я знаю многих главарей банд, содержательниц борделей, продажных чиновников. Но мне нужен знающий реку контрабандист, которому я смогу доверять. Ирония Данвола, или моей жизни, в том, что спустя столько лет мой лучший вариант – Лиззи Страйд. Но Лиззи Страйд в тюрьме. В роли Дауда вы можете использовать своих шпионов и подкупленных торговцев, чтобы приобретать снаряжение, еще можно купить особые услуги, ля-ля-ля-ля-ля. Это понятно. Купим сначала услуги. Денег у меня ни хрена ни на что нет. Смотрите, да, вы надели костюм смотрителя. Надзиратели тюрьмы Колдридж вызвали смотрителя. Настоящий смотритель будет схвачен вашими людьми, а вы сможете выдать себя за него. Этот костюм должен обмануть стражу и дать вам возможность проникнуть в тюрьму. Забытый рун. Недавно обыск, проведен в тюрьме, выявил множество еретических артефактов, из которых тролля. Поддельное предписание. Поддельное предписание, которое позволит вашим людям доставить в тюрьму оглушающий мины. Ключ. Не, забытая руна мне интереснее, так вам скажу. Некие улучшения не могу купить. Просто позор какой-то. Начать задание. Даут. Лиззи Страйд здесь. Но мы не знаем, где ее держат. Из громкоговорителя звучит шарманка, поэтому не можем попасть вовнутрь. Откуда тут музыка? Это из какого-то узника. Шпиона, пойманного в башне Данвола. Стража позвала смотрителя, чтобы расследовать этот случай. Я вернусь с Лиззи Страйд. Спрячься и жди. Что-то могу прокачать. А взгляд бездны. Не-не, это неинтересно, взгляд бездны. Музыка смотрителя не дает сосредоточиться, магия не работает. То есть я не могу высоко прыгать. Ужас, придется ручками залезать. Украденная руна, ей. Бери. Я могу больше прокачать вещей. А что здесь было вместо притягивания? Что-то другое было? Или я его не развил? Нет, это все развивал. Или их было только 4? Неужели я притягивание не развил? Не может такого быть, я все развил. Какая еще магия у меня была? Там. Что-то не помню. Ладно. Во, проворс надо увеличить. Да? Нет? А, это... Не-не-не. Ну, давайте... Ладно, нет, давайте еще рун соберем, а потом будем... Так, ну давайте залезем пока что, я думаю. И сохранимся, и закончим на сегодня. Хорошо, конечно, они карты переиспользуют. Они молодцы просто. Значит, здесь прошел Корву. Ворота до сих пор не отремонтировали. Кому нужны ворота? Если кто попытается бежать, разрядные столбы, навешивая изобретение Соколова, превратят его в пар. Если столбы будут работать. Стоит закончить ворвание, вы беспомощны. Someone survives that fall.
Бля. Блять. Ну ты уп... Почему я не получается по нему попасть? Что за херня? Жесть какая-то. Неужели от музыки вообще совсем плохо становится? Но зато никто не услышал. Слава богу. Так, ладно. На сегодня, я думаю, хватит. Продолжим в следующий раз. Выход Windows. А, у меня не Windows, у меня Linux. А вы не знали, лохудры. Ну все, спокойной ночи.